По замыслу тренировки в Рязанской области в результате дорожно-транспортного происшествия с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда. В одном из них начался пожар. Силами УМВД по Рязанской области была организована охрана общественного порядка, проводилось патрулирование, осуществлялось сопровождение автомобилей с пострадавшими. Пожарные расчеты, а также специальная бригада пожарного поезда провели тушение огня с использованием пены. Спасатели эвакуировали пострадавших пассажиров, в том числе детей. Бригады медиков оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и доставили их в лечебные учреждения. После этого бригада аварийно-восстановительного поезда провела работы по возвращению сошедшего вагона на рельсы. Вердикт руководства регионального управления МЧС. Каждая из оперативных служб региона справилась с поставленными задачами.